Чё, может, запишем новый шотс? Давайте запишем новый шотс, пока светло на улице. Так, давайте так и сделаем. Сейчас вы опять мне все поможете. Снять новое, конечно. Сейчас зашотсим. Сейчас зашотсим, ребят, нормально. Нормальный шотс сейчас снимем. Мнение черники? Охуики, блядь. Хики-хики, ёбаный брод. Мори. Так, сейчас. Освещение, close, хуёс. Добавить трек. Да, какой-то модный трек нужен. Dead Inside, опять же, да? Dead Inside. Сейчас, давайте топ-философ ёбнем. Топ-философ. Пока донатов нет, просто я хочу что-то снять. Сейчас, топ-философов, типа. Топ-философов бахну. Топ-философов ёбну, короче, смотрите. Сейчас, блядь. Под то же самое музло второй заход, блядь. Второй заход, я все сделаю правильно на этот раз. Я хочу миллиарды просмотров, сука. Сука, миллиарды, блядь. Папа, что еще выбирать, блядь? Что еще выбирать? Топ треков. Чунга-чанга, Queen Card, блядь. Queen Card, сука. Я не знаю. Я ебал в рот эту песню, честно говоря. Сейчас. Не, грязь. Уф-уф-уф. Шадов, чатик, привет, последнее дыхание. Ну, 2 кило просмотров, надо добить больше. Надо добить больше. Макеба, блядь. Черная машина, танец. Что за черная машина? Че за хуйня? Сейчас. Танец из будущего. Пристаг. Барби герл. Танцы. На часах нули. Асфальт 8. А вы не слышите. Асфальт 8. Вы не слышите, благо. Пойдет. Так, теперь надо установить нормальную камеру, чтобы стояла. Трек Дугин нельзя, надо мощную. Надо 8, 8 философов ёбнуть. Что на продамое? На промо в смысле? Картинку? На промо картинку бахнуть? Так. Что слово начало? Что такое, блядь, панч? Я не дойду до слова начало, скорее всего. Блядь, как, блядь, чё нахуй делать, сука? Чё мне, сука, делать? Сейчас, донатить не забываем, блядь, доната не будет, я спекусь. А что нахуй, ёб твою мать, ну что ж ты выёбываешься тогда? Чё ты, блядь, грузишь нахуй? Чё ты грузишь, богиня? Чё ты, блядь, грузишь? Придется новую хуйню выбирать. Принц так. Какая-то хуйня такая, сейчас. Да богиня, это хуйня какая-то. Чё вы, блядь, мне... Что, блядь? Что за хуйню вы несете? Я слова не знаю, эти песни, блядь, ебанутые. Так. Да давайте, блядь, под ту же самую хуйню поебать. Просто похуй. Пум-пум. Хуйня, блядь. Меня просто, блядь, воротит от этой хуйни. Меня просто воротит. От этих, блядь, песен ебаных, сука. Да, блядь, это такая хуйня, богиня. Это, блядь, я просто быдлом себя чувствую. Донатим на контент, кстати. Я чувствую, что меня просто разъебывает.
Не выебывайся, богиня, не выебывайся, блядь, не выебывайся тут. Поняла? Сейчас. Блядь. Донатим на контент. Блоди Мэри, Леди Гага. Хуйня ебаная, сука. Какая, блядь, хуйня. Какая залупа ебаная, блядь. Among Us? Во, под музыку из Among Us'а заебись. Под музыку из Among Us'а для малолетних дебилов. Редкий гост, донатим на контент. Да. Так. Так. Ебать я рама, сука. Просто рама. Рама, блядь, просто красава. Сейчас. В смысле, стойте, блядь? Какой, блядь, трек? Богиня, ну чё ты, блядь? Я Сигма, ну, блядь, какой я Сигма, нахуй? Чё, ёпты? Я Сигма, блядь. Чё за хуйня? Я? Сигма. Крутой, блядь. Ремикс попробую, нет? Нет, ну нахуй ремикс. Друзья, донатим на контент. Идите нахуй. Друзья, донатим на контент. Я Сигма крутой, что за хуйня, блядь? Что, блядь, за пиздец? Блядь, зачем я это делаю, нахуй? Я не хочу, блядь. Не хочу этим заниматься, блядь. Зачем, блядь? Блядь, за что? Нет, блядь! Топ для... Ты какого топа, блядь? Какой Сигма, блядь? Чё ты несешь, блядь? Что за хуйня? Я Сигма, 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 я Сигма крутой, блядь, серьезно? Серьезно, блядь, меня выворачивает от этой песни. Меня блевать тянет, это кринж. Кринж, блядь. Блять, богиня, идите нахер. Да пиздец. Да пиздец, аксапсих. Да, блядь, это вообще пиздец кринж. И так кринж. И так, блядь, кринж. И так кринж, блядь. А тут еще больше кринж. Я не могу, блядь, столько кринжа вытерпеть. У меня есть небольшое ограничение. Какая же хуйня. Так, блядь, надо не рэпчик, а попсу хуячить, я думаю. Ну, мне нравится вот это вот. На 6-7 миллионов. Во, это пойдет. Все, я по своей схеме делаю. Я делаю по своей схеме, заебали. Я вам в рот сейчас кринжа навалю, кучу говна. Друзья, донатим на контент. Потом, Сигму я потом употреблю, не бойтесь. Сигма будет, но не сейчас. Просто ебаный провод. Кринжа, кринжовый. Блять.
Да, охуенно, дверь видно. Так. Ну, цвет хороший. Цвет хороший. Донатим! Слышь, я тебя найду, богиня ППШ, и тебе будет больно. Так. Так. Кринж. Да достаточно кринжово получилось. Какая хуйня, блядь. Иди нахер, богиня. Донатим на контент. Так. Вот здесь начинается надпись. Топ философов. Подрезать в начале. Так, топ философ. А, кстати. Секунду. Так, топ философов. Допустим, я сколько там раз пальцами двигать буду? Давайте посмотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять раз. Понял. Написать топ-10 философов. Окей. Спасибо. Ну, богиня, видите, как это все подло. Богиня учит меня наебывать. Маркса на второе надо ставить. Маркса надо на второе ставить, чтобы люди просто... Типа, а чё не первое? Так вот. Так вот. Чё, кого на пятое место поставим? Кого на пятое место поставим, ребят? Кого поставим на пятое место? Надо как-то захайпить. Надо как-то захайпить. Надо как-то захайпить. Кто должен быть на пятом месте? Кто должен быть на пятом месте? Хайдеггер? Ха-ха. Пусть будет, да. Сейчас. Блять. Эндрю Тейт. Не-не-не-не-не, ну не так жирно. Хайдеггер. Так, Хайдеггер. Арсен, Максим Вердикт. Так, четвертый. Надо как-то затроллить реально. Хайдеггер. Так. Так, 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 так. Четвертое кто? Четвертое кто? Блять, надо реально потроллить. Надо реально протроллить здесь как следует. Прожарка. Троллинговая прожарка должна быть серьезная. А, вот. Дидро. Ну, блять, а в чем прожарка? Хайдеггер. А Рассел-то зачем? В чем про троллинг Рассел? Рассел здесь даже в принципе не будет. Хайдеггер. Так. Да маргинал это не троллинг, это еще польстит ему. А. Блять, первым может Александр Шадов? Может Александр Шадов первым будет? Как вам такое? Дугин? Да при чем здесь Дугин? Блять, от кого у философов сгорит жопа? Хайдеггер. Маркс, может быть. Маркс? Может, Маркс? Может, реально Маркс? Может, Маркс все-таки?
А! Ну, блядь! Нет, нельзя, я пальцем на себя не указал в конце. Ну ладно. Так вот. Как бы это бахнуть, как бы это провернуть. Красиво. Друзья, донатим мы контент, контента нет, мы поэтому шот сделаем. Хайдегер. Пусть будет Гегель. Пусть будет Гегель. Ну, Гегель же должен быть. Гегель. Гегеля знают многие люди. Так. Так. Теперь Гегелю. Да какой нахуй Лин? Кому Лин интересен? Кто о нем слышал хотя бы? Это такое. Так. Кто еще нужен? Пердяев, блядь, нет. Это троллинг Шадова был бы. Так, Хайдегер, Гегель. Пердяев, да, Пердяев. Сартр. Сковорода, блядь, что? Забейте, это прикол уже совсем. Так. Платон. Да ладно, пусть будет Платон. Платон, Платон, Ницше. И на первом месте надо что-то очень тролльское сделать. Так. Так, Платон. Дальше Ницше. Второе место. Ницше, Марк Аврелий. Да, блядь. Сейчас, не настолько тролльское тоже. Слишком хуево. Так. Вот с Иисусом смешно. С Иисусом смешно достаточно. Так. Блять, пальцы не попадают в цель. Хайдегер. Гегель. Платон. Гегеля можно еще подлиннее подержать. Вот рука убирается. Так. Нихуя Ницше там упал. Джейсон Стэтхэм. Да, вот Джейсон Стэтхэм тоже можно. Джейсон Стэтхэм смешно. Джейсон Стэтхэм нормально. Так. Так. Буква Д. Буква Д. Точка. Пока, чтобы люди не сразу выкупили. Джей Д. Д. Стэтхэм. Д. Стэтхэм, ребят.
Раз. Хайдеггер. Гегель. Платон. Ницше. Стэтхэм. Стэтхэма даже пониже можно. Так. Теперь просматриваю. Друзья, не забываем донатить на контент. Пиздец, кринж. Кажется, все. Да вы заебали, черти. Так, давайте диктуем. Что писать? Топ-10 философов. Топ-10. Топ-10 философов. Вообще, стоп, кое-что надо бы сделать. Да, доступ-то открыть. Все-таки назад. Прервать, прервать, прервать. Подожди, блядь. Далее. Топ философов. Так. Топ-10 философов. Теги какие? Теги какие? База? База? Так. Ну, давай. Давай, давай, давай. Какие это подписочки надо делать, чтобы это взлетело? База. Сигма. Топ. Болсмич. Рек. Хайп. Нет, блядь, я чувствую себя долбоебом. А кому нахуй интересны Ницше и Маркс? А там Маркса нет. ЕГЭ. Нихуя себе. Слэш. ЕГЭ. Написано ЕГО теперь. ЕГЭ. Еще что-то? Посмотрим, залетит это говно. Друзья, донатим на контент. Саморазвитие. Пойдет саморазвитие? Вдруг. На всякий случай. Ну, вряд ли, конечно. Допустим. А, ну чё, запускаем топ философов. Топ философов сейчас будет запущен. Друзья, донатим на контент. Донатим на контент. Шадов безбожно, блядь, хуйней занимается. Маркс, Ленин, Донбасс. Причем здесь Донбасс? Там Маркса нет. А, все, окей. Все, загружаю. Все, загружаю, похуй. Все, загружается. Поздравляю. Скоро будет. Скоро приедет хайп-трейн. Ну чё, видите, теперь одним, в общем-то, шотсом в день я могу покрывать то количество просмотров, которое, соответственно, я покрывал раньше миллионом шотсов в день. Ну, тремя шотсами в день, четырьмя. Друзья, донатим на контент, не стесняемся. Ждем. Ну, в прошлый раз реально на реках это просто залетело в космос. Вот. Потом вас запомнят, как тиктокер из ПБГУ, да похуй. Если это принесет просмотры сюда, если это принесет зрителей, то вообще поебать. Так, Вячеслав, вчера буквально там за час просто налетело буквально 1000 с чем-то просмотров, 1200. Просто с нихуя. Просто в самом начале. Ну, правда, сначала был мега хайп, а после
После дикого мега хайпа спад пошел уже, конечно. То есть, в принципе, 2000 народа, 2000 человек это все посмотрело, но... Де Стэтхэм, блядь, охуенно. Залетает в первые часы. Да, и это, кстати, хорошо, если залетает в первые часы. Это сразу можно увидеть. Залетело или нет. Вот. Друзья, очередь пуста. Заходим, смотрим. Заказываем видео. А как сделать нормальный шот, редкий гост? Понимаете, делаешь нормальный ход, делаешь нормальный шот, блядь, а это, блядь, богиня ППШ говорит, это хуйня, это не залетит в реках. Вот. Это все залупа, блядь, нахуй, и все. Конец. Ну и, скорее всего, да, она права. Я пытаюсь сделать нормальные шотсы. Вот. Я пытаюсь сделать нормальные шотсы. А мне говорят, делай хуёвые шотсы. Бухать, в смысле, Вячеслав? Посмотри, как же Миль делает, чё.